You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. I guess they never miss, huh? Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерос, это влог. Мы крутые, блядь. Мы русские, с нами бомб, блядь. Короче, нам нечего делать, корона тайм. И мы сейчас пойдем на Юрос. Вообще пофиг, да, вот нам. Вот пофиг, блядь. Мой оператор будет этот человек, блядь. Ну все. Короче, идем с этими далбиками. Вы русские, сами бомбы. Они включили... Crazy Mega Hell. Вот именно. Фака, блядь. Миша, скажи, ты ебанушка. Да, Вань, волосы снимай. Че, не. А мне так нормально. Ване 30 лет, а говорит, как девочка 10-летняя. Да, этого нам комментарии отключают, типа детский контент. Соп, чего? Да, типа ты ребенок, блядь. А когда я комментарии отключал? Нет, у меня видос сам отключали с комментарии, блядь. Вот. Че, у тебя за телефон, да что ты берет? Так, все, смотрите, это не реклама. Это пятерочка. 8А. Миша, ты сосунок 7А. Так у него тоже Xiaomi Redmi, если ты не знаешь. Слушайте, выключи колонку, там ребенок все-таки. Где? Впереди. Подбит, я расколбасился. Нет, похуй, нам не ебеть. Вот дебил вот так вот ходит каждый раз. Это же раньше были, помните? Были. Они где-то там. Зато хейтеров порадую, блядь, дизлайки. Ой, что за хуйня? Эйдем, масло, уходи не туда, блядь. Он что-то сказал, что ты там был, Ванёк. Где? Так там все были. А что-то, а что-то? Славка какая-то, блядь. Какие пески? Я не знаю. Там пески были. Там Славка, ой, блядь, Славка, блядь. Свалка. Я был лишь на речке Юрос и всё. Я там какую-то хуйню находил, блядь, и себе домой забрал. Вот, короче, пески были, и то где-то пески. Я там не был. Пацаны, на масло у каждого хангельский знает, блядь. Он уходил в каждую вашу помойку, блядь. Так что вы все опущены. Да блин, все-таки, ребят. Мы уважаем. Идешь вот такой вот в ботинках, потому что наступил в лужу в нормальных ботинках. И идешь нахрен вот таких вот, блядь. Вы не по той по дороге пошли, мне в пятерочку надо. Так иди в пятерочку. Так одному не интересно. Да, цены там нормальные. А карта пятерочка. А карта пятерочка принимает. 18 литров. Ой, все, Валера, это статья, Валя. Я помню, как это просроченное пиво пью. Вот это да. Миша, вообще, Миша, тебе кажется, будто тебе 12 лет, хотя ты в 11 классе. Пацаны, no стереотип. Ему 18, прикол. Ему сейчас 18, а когда... Не, Миша, ему только в этом году исполнится. Да. В сентябре вроде бы. Вот, так что 18 Миша только в сентябре. А тут они вообще существуют. Ага, и сейчас... Долбики с колонкой. По дороге был. Ага, самоизоляция, один долбоёб с колонкой ходит. Ну, один включает музыку, а другой с колонкой идет. Кто-то говорит, что наше видео говно, но вы посмотрите туда. Наше видео хотя бы чем-то лучше. Ну, на процентов 0 чем-то. Блин. Русью пахнет. Мне интересно, губернатор вообще ходил по Архангельску, не смотрел, блядь. Главное, знаешь, в чем прикол? Сюда Яндекс карты не заезжали. Google карты заезжали сюда, Яндекс нет. Самое смешное, губернатор должен был мне выплатить 5000, а он выплатил 100 рублей. Сам в каком шестом классе. Ну, короче, я что-то в лагерь ездил, и там должны были бабосы мне там что-то отдать. И, ну, то, что я вложился, получается, и типа 5000, а он 100 выплатил рублей. Вы знаете, я купил... Россия! Сище! Ну, русский с нами спорт, он мужик идет, да, бежит, то есть.
Все, Миша уже порвался. Ладно, там, короче, написано, контейнеров не будет, мусор не выбрасывать. Да-да-да, спортом он занимается. Каждое утро, блядь, отжимаюсь на пол. Это я в спортзал ходил. Я ходил. А ты один месяц походил и все. Я просто накачался. Да-да-да, накачался за месяц. Это я тогда 2 кг сбросил. Сейчас говно будет. Я не уважаю это, блядь. Я просто так сказал, прикол. Все с вами понятно. Я тут хожу, блин, чтобы дайте не. Дайте мило, пацаны, мило. Она вообще-то около железной дороги. Пацаны, блядь, бабки достаем, блядь. Блин, противогаз же мог взять. Ой-ой-ой, ёб твою мать, это нельзя нахуй. Авторских прав нету, блядь. Ой, все, бан прилетит, сейчас все пиздец. Джанки, прости, я не хотел. Поэтому у меня подписочка. А мой мостик дальше? О. Да, маска-то, все, я наверное, сейчас ниндзя, блядь. Что, а, не, я думал, я сейчас сотку просто. Ты еще эти включи. Он, блядь, помнишь, ты в каком-то видео Туси Джуси 5 говорил про педофилию? Ну так. Отсылка, блядь, отсылочка. Все, у Миши жопа порвалась. Я съел Мишу. Я съел Мишу. Миша, когда я был на концерте Моргина, я вовсю кричал, я съел Мишу. Я съел Мишу. Я съел Мишу. Я съел Мишу. Давай лучше этого, блядь. Посушим еду. Хороший пацан. Знаешь, когда ни разу не слышал этот трек, но знаешь его наизусть. Я съел деда. Миша не слышал, бля. Ну я его несколько. Не слышал, да? Один раз максимум. Это конюшни уже не воняет. Слушайте, пожалуйста. Да еще. Я же не подумал. Ну так-то может у вас бедом все это время заболеть. А в этом просто. Сифилисом. Подумаешь, коронавирус там. Я знаю. Коронавирус, блядь. Коронавирус! Подумаешь, уходи с нашего района! Коронавирус, да, подумаешь, там спит, дичь, вообще фигня, не бойтесь, не заболеете, блядь, может, здесь шприцы ебашут, да? Да! Коронавирус, блядь! Я, короче, у себя в подъезде видел, как люди делали себе прививку от коронавируса. А мы... Когда приходится искусственно стабилизировать камеру, потому что асфальт создает кучу вибраций. Перчатки бесплатные. Регистрация смс.
Все, мы сейчас выходим. Это такие звуки. Добрый вечер, дамы и господа. Че, снимаешь? Да! Я думал, в метро уже. Ё-ё. Нормально, все, привал, блядь. На привал, ты куда, туда пойдешь? Не, вот, пацаны, ставьте лайк или дизлайк, короче. Если лайк, то пойдем, если дизлайк, то домой. Да уж. Не, я туда точно не пойду, красавица. Давай дальше туда пойдем. Давайте я наконец-то... Куда идем-то? Смотри, какой вид. Я помню, мы туда с этого мостика туда прыгали. Ага, я думаю, что-то так снизился, блядь. Походу, кости потерял, блядь. Это не твою ли? Случайно тогда руку не нашел, блядь. Когда рыбачил, блядь, хреново. Саня где-то вообще в той стороне, в той жопе. Думаешь? Оно у него здесь. Все, иди дальше, снимай Мишу, а я... Миша, что, не сзади меня есть? Нет, и ничего. Одно чудовище лишь. Бля, вообще фоткай, давай. Блять, хоббит — нежданное приключение. Бля, красиво тут, пацаны. Я тебя не понял, хоббит под мой-то. Хорошо, баба Зина. Блять, не смешно, ну ладно. Так, где Саня позвонил, где мы вообще? Пацаны, не Саня Доминатор, блядь. Доминейшн дома сидит, другому Саня. Да я вот... Я своим зрителям говорю, они ж не знают. Да тихо! Не ори, Миша, блядь. Ты тут не на зоне, не на бутылку сидишь. Давайте так это, до Северодвинска дойдем пешочком. А его что тоже тебя Саня зовут, блядь. Пацаны, красота, ебать. Ну, наверное. А что-то байкер за нами, блядь. Пофиг, он призрачный гонщик. У него минус 50. Так, такой толерантный, наверное. Да, я случайно позвонил. А, ты не берешь, да? Он стонет,
он меня надоел. Хватит стонать, Ваня, бля. Это просто влог. Слишком, я не долбоеб, а просто слишком энергичный чувак, как и все. Особенно Миша. Да. Каждый третий пидорас. Че? Ну да, денег нет, но вы держитесь, пацаны, блядь. Нижний залопится. О, дядя, сейчас собьет нас нахуй. Да. Задержимся нахуй. Да, я видел. Все, пацаны, меня ты что поставил, блядь, этот комментарий отключит. Скажут, у вас две персоны, блядь, младше 18 лет. Точнее, в 12, блядь. Сука! Здорово, чтоб как ты, пидорас, ебаный. Кстати, будем снимать влог на 14-летие Ванька. Оно будет через месяц. Мы в кинокафе пойдем, да, хоть. Ну, все возможно. Экстра. Возможно, не пойдем. Да, не придумаем. Замерил, короче, в мае у тебя днюха, потом у меня в июне, а у Сани в июле. Совпадение, не думаю. А у Миши в сентябре, потому что ну, понятно, хорошо. Ну что ты не супер, да? Вот это. Вот это подарок. Я тебе ничего подарить. Так ты мне скажи, что подарить, твою мать. Ну вот я о том же думал. Я знаю, что подарить. Знаешь, что? Че? Надувную бабу. Стой. Так она у него есть, аж зря. А, стой, да, стой. Пошли тогда. Да, подружимся. Охуенно, блядь. Да в больницу, он насчет коронавируса проверимся. Сюда ты поедешь. Пацаны, корона тайм, мы конченые. Мы пошли. Все, мне холодно, я вырубаюсь. Мы проверили, потому что, ну, блядь, да. Миша, ты пойдешь на мой дюху? Конечно. Пиво возьму. Только проезд, бля, оплати, блядь. Как раньше, как всегда, блядь. Главное, чтобы каждый взял по 300 рублей и начали. Все, пацаны, рука мерзнет, пиздец, я выключаю. Ну вот, короче, мы почти уже ушли. Че, мне понравилось, сходил, блядь. Миша, ваши ощущения, нормально все? Все заебись. Да, вот все заебись. Да. Все просто охрененно. Ну что, сегодня классная погодка, тепло. Кто-то ровно. Я вас... не соблюдаю режим самоизоляции. Тут молчи. Это хромакей, чувак. Мы, блядь, дома сидим. Да, кстати, вы знали, что за упоминание коронавируса на ютубе дают этот... Ген, бан. Не бан. А шо? 5000 рублей, блядь. Нет, убирает монетизацию. Коронавирус и деньги отдаются, блядь. На вакцину, блядь. Они показывают твои видосики, вообще прописывают. А, я понял, короче, в рекомендациях не будет. Да, ну это, короче... Ну, короче, я все равно в рекомендациях не буду, ну и не. А у тебя сколько подписчиков? 104. Спасибо, ребята, вас люблю. Респект. Да. Я не знал, что меня люди смотрят. Я думал, сам с собой разговариваю. Типа, да, даже слово. Не, раньше вот никто в меня, ну, мало кто верил, блядь. Блин, нахуй ты занимаешься этим делом? У тебя здесь, на ютубе, 10% от твоих подписчиков в инстаграме. Кстати, да, я в инсте, потому что давно уже, как 2 года в этой инста-игре. Не знаю, может, кого-то пиар куплю. Чтоб хотя бы 3000. 100 рублей у Лапенко берите. СМИ канал сделаю. Там типа от 3000 СМИ канал. Если будет 4-5 упоминаний в инете, то все, галочка. Ну вот так. Валера, я сейчас могу сделать фейк ньюс. И у тебя будет галочек. Так, всем тс, блядь. Ты что-то выдать сможешь. Да, кстати, ну.
И она почему-то пропахнет, как вот это, блядь, как гноз, блядь. Пахнет! Ля делиссимо. Ладно, похуй, вырубаемся. Все, господа. Пахнет горело. Ну да, горело всегда пахнет. Полицейский был в отражающих очках. Мы уже третий раз наткнулись на ментов. Это было очень стрёмно. Чё за... Кто подключился? Это у меня. Блин, к нему кто-то подключился. Пешка. Шансон! Да, и чё я по шансону иду? Блядь, это первая песня. Ну чё я по говну хожу в туалете? Да. Пацаны, это слишком увлекательный влог. Не то, что вам вот этот... Забыл, как пацанчик-то зовут, на котором мы делали обзор-то, Фортуна. У нас более поинтереснее будет, да? Нет. Блин. Идем ну хотя бы. Смотрите, русский асфальт, я вам говорю, самый лучший. Вот просто, когда встаю на чужой асфальт, там вообще такое говно. Блин, родимый кобзарь. Ты зачем его рекламируешь, он тебе денег дал? Ну, ну все, молчание. Вот, покупаю второе сырье. Где ты видишь? Где ты видишь? Тут одна особа живет, я о нем лучше не говорить. Только вот это хорошо. Ой, блин, это Rockstar. Да, покупайте, это, короче, разработчик GTA 20, покупайте игры от Rockstar. Это разработчик GTA 20, блядь. Просто взяли и это... Прикол, Миша, через 30 лет Ванёк, разработчик GTA, этот, блядь, 20-й в Rockstar Games только сидит. Только GTA разработчик. Я туда Майнкрафт. Чтобы школьников, блядь, это разыгрывать на бабки, стой, блядь. Я вернусь в прошлое и создам Майнкрафт. А прикол, скоро в GTA, блядь, выйдет. Каждая миссия будет стоить там по несколько долларов, чтобы пройти. И Ваня будет с них бабло просто щемить, блядь, щеглять нахуй. Ну это как в этом, ну, Assassin's Creed. Дрова, пацаны. Тут где-то еще сдача металлолома. Пацаны, мы просто прошлись по дворам. Один металлом. Бля, мы просто прошлись по дворам, и смотрите, это хрущобы какие-то. Я раньше ржал, что в Архангельске, ну, такое место только есть на Розе Люксембург. И где-то еще там на третьем или на втором. Не, на Люксембург сейчас асфальт поставили хотя бы. Ну тут вообще пиздец. Я просто... Мы просто пошли к Речпорту. И все, блядь. Смотрите, тут... Тут как будто дядя Витя живет, блядь, уже несколько лет. На тракторе, блядь, тут просто, блядь. Тебя сейчас в русской бане поебут. А, кстати, баня-то, сауны закрыты, нельзя. А то еще... Нет, баня открыта. Открытая, не открыта. Че? Да, они открыты. Они открыты, только сауны закрыты. Да, мы ведь так же говорили, что там баня откроют. Не, ну если в пирсах закроют бани, и мыться негде будет, пиздец. В бане нельзя мыться вообще. Я тебе говорю, они туда ходят, потому что там душ есть, у них же дома нету нихуя. У меня же там, блин, родственники были на пирсах, и там вообще пиздец, я был. Там не помоешься нихуя, потому что раковины нет, ну то есть ванны нету, раковины есть. У меня есть заманчивая идея. Какая? Когда мне исполнится 18 лет, сходить в баню набухаться там. Хорошая идея. В бане можно. Найти какой-нибудь, где можно. Я предлагаю на свое день рождения летом. Тихо, мама звонит. Набуяриться. Алло. Тихо. А? В чем урод? Прошел Бристоль. Короче, прошел речной... Ну, где-то около бани. Речного вокзала. Я у русской бани. Да, я у русской бани. Чё? У русской бани. Миша, стесняшка. Где находится Ванёк? У русской бани. Я в бань пошёл. Вон, блядь, попарься, нахуй. Пьём. Здесь нет, здесь нет. В отличие от Фортуны, этот влог по приколу. Каким образом здесь пройду? У меня подошва тоньше, чем здесь грязь. Ой, че, свои врубили, давай. Я прошел, мне все кроссовки в говно. Все, Ваня, можешь тут постоять, попердей. Давай, беги сюда. Увлекательный влог. Мы пошли, я не знаю. Да посмотри, у меня еще плохо.
Мы сегодня такую дистанцию длительную, долгую прошли, блядь, большую мощность. Километр три. Юрос, Ричпорт, Ванёк, влагалище, анал, блядь. Так, нам вообще туда. А как там, АЗС или АС... блин, короче, пофиг. Все будут писать, Ванёк рекламирует на протяжении всего ролика. GTA, блядь. GTA, блядь. Миша, Миша. У меня что-то энергетик не заканчивается. Какой у нас энергичный, блядь. Энергос перепил. Второй энергетик. А потом колики в животике, блядь. Главное, кстати, Ром, и у него очень... такие же кирпичи будут, блядь, в животе. Он усрет ими нахуй. Да, я кончил. Это, короче, первый оргазм Миши, блядь. Знаете, обезьяне дали камеру, вот она снимает. Я вам потом дам попробовать, это вообще... Знаешь, дашь обезьяне камеру, начнется контент. Потому что у нас давно разговорных видео развлекательных не было. Это дом аварийного состояния. И здесь живут люди, это пиздец. Ну вот я вот реально, у нас в Архангельске очень много таких домов и... Вон то окно сними. И я всем сожалею, кто тут живет. Откуда люди живут? Где живут? Откуда? Ну потому что мы ходили, может, там люди ходят. Кстати, Ванёк, самое смешное, что на пирсах нужно еще за водой ходить, типа на улицу, там, ну, ведра ставишь и все, блядь. Таскать, а там нету? Там вообще капец, блядь. Вообще на тракторе надо ездить из дома. Сейчас вас собака вот это выебет. Она вас просто... Ух, блядь. Ну все, сейчас набросится на Мишу на письку, блядь. Где она там вообще хотя бы? Ты что, дурак, вон бы. Ты говоришь, здесь никто не живет. Это дом аварийного состояния. Если здесь кто-то живет, то... Ой, блядь. Пацаны, я домой. Я домой. Идите как мужчина. Если вы не спалите, что у вас адреналин прыгает здесь. Иди нахуй отсюда, подруга. Не, пацаны, я бы сходил, но там столько собак нахуй, в пизду. Ну что, мы обратно пойдем по такой же грязи? Да. А ты куда хотел? Я сам хотел, ты сам сказал, пошли до этого. Назови, скажи, скажу. Миша, скажи, скажи. Да пацаны, форс-мажор, блядь, там собак дохуя, и там, вон в том здании, блядь. И мы, а если мы проберемся и скажут, типа, нелегально прошлись, блядь, вообще пиздец. Не, вот там через дома можно идти, там собачьи. Так. Ну тут собак дохуя. Да, они агрессивные, пидорасы. Нет, тут собаки агрессивные, чувак, так что нахуй надо. Они, походу, забыли забор закрыть, потому что это собаки этого здания. Да. Вот собаки не закрыли. На самом деле, если бы у нас была хавка, можно было кинуть этим долбоебам, они бы ее грызли, мы бы прошли. Вообще-то это обычные собаки, скорее всего, они тебя кусают собаки. Наркоту надо им подсунуть. Миша наркоман у нас, блядь. Ну и, в принципе, время уже, блядь. Пацаны, кому оставить потом столько-то? Мне. Все равно скоро 6 часов, Мише надо ехать домой. А я тоже домой пойду. Да. А мне урод же делать. Ёп! Когда увидел свою... Это, нахрена сегодня же воскресенье? А может мне заданно сказали до воскресенья сделать, блядь? А я всю неделю не делал. Я делал. Блядь, я каждый день делал, ну ты пидорас. Я каждый день делаю, просто много у меня задано.
порвется. В жопе дырочка.